На день Струковский сад превращается в огромный театр под открытым небом. Его актеры – представители самых разных конфессий и национальностей. Каждый – эталон народного костюма, песни и пляски. Для зрителей все действо начинается с парада женихов и невест под звуки оркестра. Такой парад – уникальная возможность познакомиться со свадебными традициями разных народов. Для нас это значит ли это национальность, понимаете? Человек без чувства национальности, я думаю, он не может, допустим, иметь право на будущее. У каждого должна быть своя национальность, который должен помнить свою культурную ценность. Там, где свадебный парад заканчивается, праздник только начинается. Этнофестиваль «Калейдоскоп тематических зон». Это мастерские, этноквартал, народные театры и многое другое. Каждая площадка по-своему уникальна. Мы стараемся сохранить здесь, для того, чтобы донести до русского народа, до других национальностей, которые проживают на Самарской области, вот те зачатки культуры, особенно песенной, фольклорной культуры, так сказать, чтобы, потому что это гордость. Через нашу культуру общую, и российскую, и русскую, азербайджанскую, и другие национальности, этносы, можно прийти к узам дружбы. Обязательно, потому что когда человек познает другую культуру, он познает человека и его душу. Это очень важно. Телеканал «Губерния» с десятилетием. Желаем долголетия, чтобы смотрела и слушала не только Самарская область, но и вся. Три раза. Россия. Ура! 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 Среди национальных подворий есть место и у площадки нашей телерадиокомпании. «Губерния», информационный партнер этнофестиваля, в этом году отмечает юбилей – 10 лет. Записать свое поздравление смогли все желающие. Лучшие мы покажем в эфире и опубликуем на наших страницах в соцсетях. Центральная же часть фестиваля на главной сцене. Здесь в течение всего дня выступают коллективы со всего региона. Поздравляет всех с праздником и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он награждает почетным знаком и грамотами людей, которые внесли особый вклад в развитие дружбы народов. Замечательная традиция празднования дружбы, братства, взаимопонимания, которое веками царит на нашей земле. Но знаете, это не само собой происходит. Это происходит только тогда, когда мы вместе думаем друг о друге, о своих соседях, с тем, кто рядом, интересуемся их жизнью, их культурой, историей и видим наше общее начало на родной земле. День дружбы народов мы встречаем уже в пятый раз. Это крупный официальный праздник. Если поначалу его широко отмечали только в Самаре, то теперь он достояние всего региона. Это символ согласия и взаимопонимания между разными национальностями, а их в Самарской области более 150. Руслан Шарипов, Кирилл Козин, Андрей Авдеев, Алексей Гриднев. Новости губернии.